И обратно? Я сейчас барабанную партию делаю. Ну, блядь, композитор Валерий, я когда не умею барабанную делать. Йо. Не знаю, что делать. Пап, что ты делаешь, пап? Папа! Пап, что ты делаешь? 6-4. Он свободен. Спасибо. Добрый день, я на петельном жилье. Отлично, да, вариант, дай-ка я попробую, как так, это. Ты не думаешь о том, что оно висит, а ты вот идешь, вот, да, посмотри, да. Чик-чик. Ну да, оно, в принципе, будет логично. Да? Логично. Ты даже рано руку поднял. Можешь... То же самое. Готово? Погнали. Поехали еще разочек. С ним прямо иди. Иди с ним. Что, мне вешать назад? Надо. Теперь повесь. Ага. Давай еще разочек. Что? Ну это отдельно. Отдельно, попей. Чтобы под эту шубу. Ну вот, да. Я тебя что просил? Что я тебя просил? Вот это то, что мне надо. Чувствуем. Любим. Может, лучше вечер? Ты во сколько работу заканчиваешь? А еще шашечки. Это флажок такой. Ты уже ремонт доделываешь? Ну вот такой вот. Терминатор с младенцем называется. Ну сзади должен был развернуть. Ту, которую он разрубает. Рубать было бы мать. В сотый раз к руке потянется рука, оберегая души и горячие сердца. Слышали? Элтон Джон неактивный. Спасибо. И ты представляешь, ну, его? Возможно. На Джеймса Бонда похоже. Да у тебя все на что-то похоже, блядь. Пап с него одну толкает, блядь. Никакого креатива. Про шары, про кии, блядь. А то лопочет хуй пойми, чё, блядь. На! Только момент, нельзя ли музыку чуть-чуть потише? Не все. Пропаганда! Пропаганда! Рекламному агентству «Пропаганда» 2 года. Пацаны. Вам гол. Ну и все, и вместе с номером открутили. А ну хуя их вообще вешали. Пошел, я быстро пожру. А ты где это про Элтон Джон слышал? Все, хватит. Выездное обслуживание при любых обстоятельствах. Ресторан «Тамерлан».
такой? Ты иди, да. Пройдите. А кто набрал, Майя? В торговой сети «Орбита» кредит на бытовую технику. Без первоначального взноса, без переплаты, до 10 месяцев. А как увеличить, если он просил нарезать из старого ролика? Нет, в принципе, ну, подцеплю вечером около дома. Думаю, да, да, вообще будет не конкуренция. Возможно, надо начать травить ее собаку. Да. Моим кормофосом, блядь, точно. Поближе. Давайте все у нас будет кубиками, блядь, и ромбиками, и все параллельно, блядь. Возможно. Практика показывает, что не будет. Да уж надо. Практика как раз этого не показывает. Дай посмотрим. Поднимание и опускание головы на собранном штативе вовсе блокирует. С головой это никак не связано. Крутится отдельно. Не, может лучше, Дим, давай ко мне спиной. И чтобы это, чтобы вот спина твоя и только рука. Там в твоей руке очень много двигается. Привет. О, да. Не, Вов, это ты плохую затею придумал. Знаешь почему? Потому что границы не видно, крашеного и не крашеного. А вот границу мы по твоему черепу-то и отрежем. А он шевелится. Нет, нет, парни, должна быть явная граница, которая вот так вот должна проходить, которую видно, что было и что стало. Мы машину красим. Что там колдуешь? Машину крашу. О, они что-то снимают, я хотела ржать над вами, дует, что-то стоят. Привет! Здорово! Здорово, звезда. Не убей, нормально. Так, иди наверх, поднимайся, там? Тебя ждут. Все? Тарифный план «Летняя палитра». Общайтесь без абонентской платы. Сеть связи Кронекс. Надо шевелить не надо, я сам. Только не по центру, чтобы у тебя сбоку стоял. А сбоку, вот все нормально. Челябинский металлургический завод. Наша территория, пацаны. Перед мостом, да, и все, я тут. Ты будешь снимать. Чек приоткрыть, понял, да? Третий слева. Ага, потом шире, что он вот, делает? Вот, доктор ему типа хуй. Третий слева, шире. Нужен снимок. Медсестра. Номер один. Это мигом. Группа докторов. Три штуки, допустим, да? Ну там как получится. Нужно дергать, доктор. Я переделал. Пациент. Нужно дергать, доктор. Мне кажется, немножко лучше. Что я думаю? Так, это доктор. Сестра один. Здравствуйте, вы ко мне? Прямо в кресло проходите. Мучают боли. Нужно ротик приоткрыть, третий слева, шире, нужен снимок. Это мигом. Что покажет нам рентген? Неужто дергать, доктор?
погодите, вот, коллеги, посмотрите. Ужас! Чистим каналы. Раз, и вам поставим пломбу. Больно не будет. Здесь коронка, а не бомба. Все готово. Просто чудо. Чудо-техника повсюду. Улыбайтесь, господа. Да. Поехали. Пьем. Пьем. На меня. Глазами не на фонарь, а потом на меня. А сразу на меня. Еще раз. Блядь, как начинает получаться, ты начинаешь кривляться. Ну, да понимаешь? Потому что я не могу это молоко пить, Вов. Ты девочка, тебе надо. Все, давай еще разочек. Надо покривляться. Все. Мы только сохраняем чистоту, подаренную нам природой. Чтобы потом, блин, смотреть. А зачем ты это убрал? Дубль второй. Это на компакт-диск. С песенкой не перемешать. А зачем снимать тогда? Ну и так, и всякое. Давай. Ну чудо, я все сказал. Что-то меня зависло. Ну еще разок. Ну еще раз экспромт. Не знаю, я не умею на камеру работать. Да что, вы сами все знаете. Чуть-чуть левее находиться. Вот, я думаю, блядь! Да, и при том, что цветовой баланс должен соответствовать цветовой температуре того самого выпускаемому постеру, который мы собираемся сделать. Он, блядь, эти руки затекли. Оттекай руки. Алло, скорая, у Лёхи руки затекли. Оттекай. Выключайте свет. Где вы были, значит, 15 до 8 февраля? Но самое это у меня, чтобы это, воды не сбрызгать. Брызгать должен. Пока стоит, сейчас посмотрим опять. Вон, Дима посмотрит. Ну, ну а что, пока все собрались, надо бомшикать. Сфотографировать, потом уже будем. Вов, у тебя телефон говорит, пора. Выключи свет. Дети ходят на могилку, говорят, папка, папка. Как раз она с водой-то и получается слегка мутная. Ну все. Капля за каплей, шаг за шагом, ты вбираешь в себя чистоту и силу природы, где каждый взгляд – свет, каждый удар сердца – свобода, каждый глоток – жизнь, форт, реальность каждый день. Мы снимаем. Комментируйте, пожалуйста, что происходит. Так это, надо выйти вначале, предварительно, на чуть-чуть. И на перед чуть. Машиной вот так вот руками помахать. Пацаны, короче. На данную секунду мы вот сейчас вот отправляемся в город Оренбург. Славный орденоносный град за получение нашего очередного небольшого Оскара, который мы уже уверены, что мы его получим. Вернее, даже у нас маленькая информация, что мы знаем. Мне же не удобно, но спасибо. Оператор, можно заводить? Заводить можно? Да, поехали. Исторический момент. Счетчик на ноль, пожалуйста. Окей, руль, Боря. Чисто классно. Вон сейчас лес будет, снимай, Боря.
Это нечестно, а мы смокинги не погладили. Мужчина в оранжевом. А чё ж, девушка у меня. Смотрите, здрасте, хорошая. Здрасте, здрасте. Здрасте. Это Лена, это Дима, это Борис, это Женя, это тоже Дима. Лена? Да. Здрасте. Здрасте. Ну как ты тут? Загорел, подрос, поправился. Хватит! То есть Владимир Фридрих Карл. Что, доехали? Доехали. Школа кончилась. Все нормально. Сидим теперь, остались самые мелочи. Встретить самое главное. Когда нас позовут на эту сцену? Что пишут? Жюри фестиваля. Очень представительное, должен сказать. Этого года в кинотеатре «Русский молот». Компетентное жюри оценивало киновидеоработы, присланные из многих регионов нашей страны. И вот сейчас начинается церемония награждения. Ее открывает киноактриса Елена Цыплакова. Меня не подвела моя святая. Усы и шпага все при нем. Пригласили на этот фестиваль, я думала, ну, будет такой скромный студенческий, молодежный фестиваль, каких, в общем, бывает в Москве студенческие. Я не ожидала такого грандиозного размаха. Я от всей души вас поздравляю. Поздравляю устроителей и тех, кто делает эти замечательные ролики. Вообще, я хочу сказать, что, конечно, удивительная атмосфера на вашем фестивале. Я думаю, что ваш фестиваль будет жить долго, к вам будут приезжать еще из новых и новых городов. Я думаю, что к вам даже из Москвы потянутся, потому что я уже своим студентам точно буду говорить, что, ребята, есть фестиваль, везите свои работы. Я хочу вам пожелать действительно интересной творческой жизни. Сейчас другое время, не то, как росли мы, когда мы были студентами, сейчас камера доступна каждому, кто может пойти купить. И поэтому то творчество, которым вы занимаетесь, это огромная радость и возможность самореализоваться не только в той профессии, которой вы собираетесь заниматься, но и действительно снимать то кино, которое вам нравится самим. Именно поэтому интересно смотреть то, что вы делаете, потому что каждый фильм — это новый взгляд на мир. Новый взгляд, потому что мы все разные, мы не одинаковые. Я от всей души вас поздравляю с открытием вашего второго фестиваля. Я буду рассказывать в Москве об этом. Я очень надеюсь, что те лауреаты, о которых мы сегодня узнаем, потому что жюри таит пока все эти имена, но мы сегодня их услышим. Я надеюсь, что мы предложим эти фильмы на фестивале в Киров, в Вятку, где наш фонд поддержки молодых кинематографистов собирается делать тоже фестиваль. Спасибо. Лена, занимайте свое почетное место в зале. Реклама – это двигатель, а хорошая реклама, умноженная на хорошее кино... Да на хорошем фестивале типа «Дивер-2005» раз... Это как раз то, что мы увидели в номинации «Рекламный ролик». Номинация «Рекламный ролик». На главный приз фестиваля «Диверфильм-2005» в номинации «Рекламный ролик» претендуют... Балычевская, «Любимый», город Оренбург. Любимый, любимый. Молодец, что заполнил декларацию о доходах. Денис Волошин, сам интернет, город Оренбург. Сам интернет меняет календарь.
ближайшие праздники в один месяц любви и весны. Владимир Степанов, Еврострой, город Орск. Рынок окон Оренбургского края. И собрались как-то олигархи. Огромный рынок, тот поделиться, цены задрать. И скидок никому не давать. И за страну народ, и за торговую земля. Мне Винцу дружный молодец Евростроевец. И скидку сделал отцам конкурентовых. Еврострой, честь и хвала. Конкурентам хлеб и вода. И для объявления результатов конкурса в этой номинации и проведения церемонии награждения приглашаем генерального продюсера компании «Регион» Татьяну Абдульманову. Очень нужны телевидению, и мы ждем ребят с распростертыми объятиями. Итак, первое место в номинации «Рекламный ролик» получает Владимир Степанов за фильм «Еврострой. Город Орск». Ты счастлив? Безумно. И вот у нас второй Оскар. Правда, немножко задевает меня вот этот товарищ Виталий, от которого я просто без ума. Я считаю, что Виталий Рулёс Форева, оно пропаганда number one. Я вообще смеялась на Виталиком. Ой, Виталик, господи, на Вовы, когда он мне сказал, мы, говорит, уже полочку прибили. Мы, говорит, полочку прибили, у нас будет статуэтка. Верно, полочка у нас уже прибитая. И вот у нас есть полочка и две статуэтки. Пора прибивать еще одну полочку. Но вообще, откровенно говоря, скажем по секрету, Вова рассчитывал на Артисан, делал ставку, я делал ставку на Делюкс. Я делала ставку на Артисан, потому что я ее увидела позже. То есть Артисан, я когда увидела вообще этот ролик, мне Артисан запал, правда. Я не была просто, я вообще жюри, один из представителей. Я увидел просто слишком поздно. Я бы, наверное, кричала себе руками и ногами. Хорошо. Вот такие вот дела. Ну что, домой? Дима там от музыки охуеет, конечно. А без музыки я ездить не могу. Че, зайцы, поскакали? Купленный, сука, весь фестиваль, блядь, по моральному. Не, ну я... Успела, да?
Или с ног на голову пушистик. Застегни. Сколько ты хочешь за это? Я видела тебя с другой. Вообще не в моем вкусе. Хочешь увидеть меня в этом? Я буду строга с тобой. Мария Шарапова, подача. А там дальше еще места? Нет, я имею в виду. Дай, ты наш стакан. Так, 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 нежнее, нежнее. Это лучший. Это филейная часть, это вырезка. Ух ты, блин. И птичка дохлая, смотрите. Птица сдохла. Я думал, ты купишь мясо. Ты любишь мяско, Дима. Нет, с косточками дорого. Леха, из ножа такой. Дорого. А он покупает, короче. Ну че ты, блин, тормознул сразу? Ты хорош, ты много не снимаешь. Красота. В озере, да? Озеро хорошее. Рыжка какая. Камеру, камеру! Это почти готовый плов. Ну вот, пацаны. Так, блядь. Приготовили. Вау! Ну, нормально. Погоди, у меня что-то тут. У меня через механизм лов перепуталось. Ты пока не снимай. А то я что-то как... О, пиздец. Пиздец. Вот. Хелп. Вообще нифига не видно ничего. Первый Леха. Леха, это не страшно. Опа! 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 Опа!
Давай, концентрируйтесь! Раз, два, три, четыре, пять, пойдем дальше! Ладно, так и быть! Подпрыгну! Ой! Держись, Алексей! Вот! Давай! А я так пойду! Давай! Пошли! Два! Три! Четыре! Я тебе выколю глаза! Давай, давай! Не надо, не надо! Опа! Лёша, я тебе сейчас, блин, дам по попе! Погнали, добивай копытами! Тренируйтесь, пацаны, тренируйтесь. Нормально.